Корнелиус очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. Все в очередь! И не толкайтесь. Огня хватит на всех. Неважно, богатый ты, нищий. В долгах ты, в долгах. Вы все сгорите. И сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Генерал, генерал, сэр. Что было на этом трупе? Ничего. Ничего. Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Пойло покрепче. Золото. А мои люди должны делать то, что я, блин, скажу. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей. Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. Я украду кольцо обратно. Что случилось с этим местом?
трупы в очереди стоят. Я даже не надеюсь, что он его почистил. Что тут у нас? Thank you.
Кажется, и я это слышал. Так, ну и в чем прикол? Эй, ты! Сдавайся! Я! Очередное нововведение барона, очевидно. Скрою, как любой другой. Мне нужно это кольцо. Или Басса решит, что я теряю хватку. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Корнелиус. И новый приятель. Но мне еще надо выбраться отсюда. Точно слышал. Клянусь, я кого-то заметил. Я точно слышал, как орет генерал. Если он орет, нам лучше переждать. Я пойду. С тебя причитается.
Принесите мне чертову квалу! Это фабрика «Стальной гроб». Закопать бы. Он до меня не доберется. Я тебя отыщу! Жутко устал. Один и тот же кошмар. Когда я был мальцом, я охотился тут на крыс. Тогда здесь все было заброшено. Ворон перенес все заводы на тот берег, в шлаковую яму. Это его мечта. Мол, автоматизация или металл и нищета, как говорили в тавернах попроще. Потом мы запретили им вякать против ворона. Устал. Люди генерала наконец-то нашли переключение.
там никого нет. Что у тебя в голове? Баланда тухлая. Нарушитель прошел здесь. Обыщи весь двор. Трус прячется где-нибудь в тени, как у своей мамочки под юбкой. Всем спокойно.